может подустать, и у тебя будет преимущество с неудобной руки. 3-0. Это Пучков. Это Пивчулин, точнее, его второй гол в этом турнире с неудобной руки. Опять второй гол, да, от Химика. Да, вчера отлично смотрелся Пивчулин. Был один из самых активных игроков. И сейчас неудобный. А было бы удаление, кстати. Потому что была задержка, и уже у арбитра...